Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Последнее воскресенье октября уже ровно 20 лет отмечается в Украине как День автомобилиста. Давно сложился и традиционный порядок такого отмечания. В этом году, несмотря на отвратительную погоду, члены клуба «Самоход» вновь показали харьковчанам свои автомобили. На главной площади города выстроилась пара десятков машин, которых в больших количествах можно было видеть лет эдак 30-40 назад. А некоторые по улицам вообще не ездили, не для того создавались. Клуб «Самоход» объединяет любителей старой экзотической техники. Под определение «старой» попадают автомобили, выпущенные более 30 лет назад. Ну а автоэкзотика временных рамок вообще не имеет. Так вот, среди, в общем-то, небольшого количества машин на площади были и антикварные, и экзотические экземпляры. Больше всего, опять же, традиционно, было продукции Горьковского автозавода. Видимо, из-за того, что эти машины в годы своей молодости были недоступны большинству советских граждан. И отношение к ним хозяев позволило сохранить до наших дней всю технику в приличном состоянии. 21-й «Волги» составляли внушительную часть этой экспозиции. На площади был представлен сразу несколько модификаций. Самая последняя версия – с китовым усом радиаторной решетки. Ее еще называли «экспортной». Знаменитая «Олень» на такую заводом не ставился. Это уже хозяева постарались. «Олень» был только на так называемой «второй серии». Она отличается иными задними фонарями и рукояткой багажника. Другой была и радиаторная решетка. Тогда же много машин производилось с двухцветной окраской кузова. Как всегда, нельзя не поразиться идеальному состоянию этих авто. Причем точно знаю, что некоторые из показных «Волг» были восстановлены практически из утиля. Предшественница «Волги» — «Победа» — гораздо более редкое явление в наше время, даже на выставках. Ну а в таком состоянии эти машины даже с конвейера не сходили. Слишком хорошо окрашено. На заводе в те времена из-за низкого качества штампов поверхности кузовов доводились до приемлемого состояния лужением. Современные полимерные шпаклевки позволяют получить куда более ровные плоскости. Русский джип ГАЗ-69 вообще в частные руки не продавался, потому является очень редким автомобилем. Сохранившиеся единичные экземпляры, как правило, имеют армейское прошлое и дожили до наших дней, потому что стояли на длительной консервации на военных складах. Вот эти накладки на фарах – светомаскировка. В дорогу водитель видит плохо, зато с воздуха машина ночью незаметна. Не все газики остались в оригинальном виде. Часто владельцы переделывают машины под собственные нужды. Не заботясь об исторической достоверности. Главное – удобство использования, которым оригинальный ГАЗ-69 отнюдь не отличался. Еще один военный автомобиль – ГАЗ-63, с кунгом, в котором, похоже, размещалась радиостанция. Рупоры на крыше – из тех же времен. Такие полноприводные грузовики создавались для армейских нужд и в народное хозяйство попадали, лишь отработав свой ресурс. Поэтому сохранились из них считанные единицы. Ну и, наконец, чтобы закрыть военную тему, новинка для нас, хотя уже неоднократно мелькавшая на большом экране. БТР-152В – редчайшая модификация. Судя по внешним магистралям системы подкачки, примерно 1950 года выпуска. Удивительно, что для движения 7-тонной машины хватало 110-сильного двигателя. ГАЗ-М1, знаменитая «М-ка», постоянный участник подобных мероприятий. Внешне внушительное авто, а на практике тяжелая в эксплуатации и обслуживании машина. Дворник только один, а отопителя салона нет вообще. И еще два газовских продукта, 24-й «Волги». Внешне вроде как близнецы и как бы не экзотика, но под капотом одной из них поселился 8-цилиндровый двигатель. Это уже самостоятельное творчество хозяина машины. Планы по превращению «Боржи» в гоночную машину грандиозные, и двигатель от 53-го газона только первый этап. Ну а что получится, увидим, надеюсь, в недалеком будущем. Накануне Дня автомобилиста на территории Змеевского района состоялось сразу два внедорожных спортивных мероприятия – «Триал» и «Кантри-кросс». Первое для внедорожников, второе для квадроциклов. Харьковская ассоциация внедорожных дисциплин при поддержке компании «Трофи Стайл» и тюнинг-ателье «Оффроуд Групп» собрала на центральной площади Змеева небывалое количество внедорожной техники. Квадроциклы всех размеров и видов съехались для участия в 7-м этапе Кубка ФАО по кантри-кроссу, а полноприводные автомобили готовились стартовать в 3-м этапе национальной серии Восточной Украины по «Триалу». Все вместе это внедорожное приключение получило название «Шарукань». Так назывался половецкий город, исчезнувший еще где-то в 13 веке. Располагался он тоже где-то в этих местах, а где точно, до сих пор неизвестно. Ну а спортсменам предстояло состязаться на территории бывшего песчаного карьера, тщательно подготовленного организаторами для таких соревнований. Кантри-кросс относительно молодая дисциплина. В
стремительно набирающая популярность у любителей активного и спортивного отдыха на колесах. Если ралли-рейды это слишком долго, а трофи-рейды слишком медленно, то кантри-кросс может стать идеальным решением. Гонки проводятся часто всего за один день на относительно коротких кольцевых внедорожных трассах, проложенных в достаточно труднопроходимых для обычных легковых автомобилей местах. Небольшие отрезки полного бездорожья перемежаются с грунтовыми проселками, лесными просеками, песчаными участками, косогорами и тому подобными вкусностями. В качестве транспортного средства наиболее популярными решениями являются квадроциклы АТВ или их родственные багги УТВ. Техника разделяется на классы по степени, так сказать, внедорожности. Ну и отдельным зачетом выступают начинающие спортсмены, категория джуниор. Скорости, несмотря на бездорожье, в кантри-кроссе весьма внушительны, поэтому для безопасности зрителей их отодвинули как можно дальше от трассы. И хоть вся дистанция была недоступна для наблюдения, самые динамичные и сложные отрезки располагались как раз перед болельщиками. Джип-триал – это совершенно другая философия. Да, скорости здесь поменьше, зато препятствия гораздо серьезнее. В задачу пилота входило прохождение специально подготовленной трассы, изобилующей как естественными, так и искусственными преградами. Ну а так как все внедорожники имели различный уровень подготовки, то и трасс также было несколько. Одна, самая простая, для категории «Стандарт» – это обычный серийный полноприводный авто без каких-либо переделок. Вторая трасса – для категории «Рейд» – это уже машины, в конструкции которых внесены изменения для повышения проходимости. Здесь преграды посложнее. Ну и третья трасса для категории «Хард». Соревнующиеся на ней машины либо специально построены, либо глубоко модернизированы для борьбы с бездорожьем. Я продолжаю рассказ о джип-триале «Шарукань», прошедшем накануне Дня автомобилиста в Змеёве. Джип-триал – самая зрелищная дисциплина внедорожного автоспорта. Все происходит на небольшой площади, доступной для обозрения болельщиками. Заезд не занимает много времени, на два круга у экипажа уходит максимум 15 минут. Ну, это в идеале. Гораздо интереснее наблюдать за гонкой, если преграда оказывается серьезнее, чем рассчитывали спортсмены. Надо отдать должное организаторам – Харьковской ассоциации внедорожных дисциплин. Благодаря ее стараниям трассы получились очень интересными. Как ожидалось, самые сложные преграды ждали участников на хардовой трассе. Одна бетонная лестница чего стоит. Ну, то ли экипажи уж очень опытные собрались, то ли техника серьезно шагнула вперед в плане проходимости. Особых проблем при прохождении трассы «Хард» джиперы не испытывали, ну, по крайней мере, с виду. Спокойно, без суеты, расправлялись с одним препятствием за другим. Проблемно проходили дистанцию участники категории «Стандарт». Но здесь-то все ожидаемо. Машины серийные, трасса под них строилась без фанатизма, с минимальными усложнениями. Поэтому ездили по ней быстро, без неожиданностей. А самое интересное для зрителей, ну и надеюсь для участников, стала трасса «Рейд». Вот где в полную силу проявила себя фантазия у строителей. Здесь и качели, и траншеи, и мостик, и канавы. Понятно, что именно на такой трассе было допущено больше всего ошибок экипажа. Часто такие ошибки приводили к сходу. Например, слишком быстрое прохождение качелей стоило этой Ниве переднего моста. А без него, несмотря на все усилия пилота и штурмана, до финиша добраться не удалось. Сход. Эвакуатору здесь простаивать не пришлось. То и дело, его услуги требовались для извлечения из ловушки очередной машины. А один раз потребовалась более действенная помощь.
Да, после такого становится понятным, зачем спортсменам нужны шлемы. Кстати, скорость прохождения дистанции – это не единственный критерий оценки. Не меньше влияния на результат оказывала аккуратность пилота при выборе траектории. Снес вешку или порвал ленточку – штраф. Поэтому среди претендентов на победу не было длиннобазных джипов. Ну, в общем, призы достались достойнейшим. А зрители всего этого действия, уверен, получили массу позитива и отлично провели выходной. Было здорово. В заключительном сюжете сегодняшнего выпуска хотелось бы от праздника вернуться к будням. Не так давно изменился порядок проезда очень оживленного перекрестка. Я специально ждал, пока у водителей пройдет эффект новизны и ситуация там устаканится. Не дождался. На пересечении Полтавского шляха и улицы Клопцова месяц назад изменился светофор. Как сам прибор, так и его режим работы. Выезд Клопцова на Полтавский шлях теперь регулируется светофором. Напомню, раньше светофор регулировал здесь только движение через пешеходный переход. Изменение светофорного объекта, несомненно, сделало выезд со второстепенной дороги более безопасным. Тем более, что таким выезжающим можно не дождаться зеленого сигнала. Табличка «Зеленая стрелка» разрешает поворачивать направо всегда. Ну а левый поворот теперь можно выполнять без опасения поймать бортом летящего по Полтавскому шляху. Ну, с этим понятно. Однако жизненный опыт говорит, что если кому-то стало лучше, значит кому-то стало сложнее. И действительно, после обновления светофора заметно удлинились тянучки по главной дороге, Полтавскому шляху. Причем в обе стороны от этого перекрестка, но чаще все же со стороны вокзала, снизу. Причина понятна, запрещающий сигнал теперь горит значительно дольше. Но есть еще одна причина. Светофор здесь, так сказать, несимметричный, то есть красный включается для встречных в разное время. Вначале для едущих в сторону вокзала и только потом в обратном направлении. Сделано это для облегчения левого поворота на Клопцово. Казалось бы, наоборот, для едущих снизу на Холодную гору проезд должен стать проще, а нет. Из-за того, что перекресток имеет значительную протяженность, водители, стартовавшие на зеленый и подъезжающие к переходу, не могут знать, поменялся ли сигнал светофора или нет. Ориентироваться на пешеходов? Ну, не получается. Эти идут не глядя на свой светофор. Вот и останавливаются машины перед переходом, пропуская пешеходов. Хотя им движение все еще разрешено. А если к стоящим еще и трамвай присоединится, да еще и встречный, вот тогда перекресток блокируется всерьез. А и всего-то и нужно добавить дублирующий светофор за перекрестком. Поводов для беспричинной остановки не будет, и проехать станет проще. Именно его отсутствие – главная проблема на этом пересечении, да и стандарт такое предусматривает. Да, недоработка получилась. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.